Фантастически красивый узор свяжем сегодня на уроке. Вязание начинаем с воздушной цепочки и провязываем 2 воздушные петли для подъема. Затем накид на крючок, 2 петли пропускаем и в третью провязываем 2 столбика с одним накидом. Один и затем второй. Далее делаем накид на крючок, пропускаем 3 петли в основании, 1, 2, 3, в четвертую провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 4. Далее узор повторяется. Накид на крючок, 3 петли пропускаем и в следующую провязываем 4 столбика с одним накидом. 1. Я буду быстрее вязать. 2. 3. 4. В дальнейшем узор повторяется. Пропускаем 3 петли и 4 столбика с одним накидом провязываем. В последнюю петлю ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот первый ряд готов. Переворачиваем работу. В начале второго ряда вяжем 3 воздушные петли. Затем делаем накид. Крючок вводим в промежуток между столбиками. И вытаскиваем петлю. И еще 2 раза. Накид в промежуток между столбиками. Заводим крючок, вытаскиваем петлю. И последний раз. Теперь захватываем петлю. Провязываем через все петли, затем вяжем воздушную петлю, делаем накид на крючок, вводим крючок снова в тот же промежуток, вытаскиваем петлю и провязываем вместе 3 петли. Дальше вяжем воздушную петлю, делаем накид, вводим в ту же точку, вытаскиваем петлю и еще повторяем 2 раза то же самое. Теперь снова делаем накид. Крючок заводим в следующий промежуток. И вытаскиваем петлю. Повторяем 2 раза. Накид, вытаскиваем петлю. Накид, вытаскиваем петлю. Затем все петли на крючке провязываем одной петлей. Вяжем воздушную петлю. И дальше вязание повторяется. Накид в промежуток между столбиками. Вдеваем крючок, вытаскиваем петлю. И вяжем полустолбик с накидом. Затем накид в ту же точку. Вдеваем крючок, вытаскиваем петлю. Повторяем 3 раза. Узор уже повторяется. Снова накид в следующий промежуток. Вытаскиваем 3 раза петли, провязывая пышный столбик и закрываем все петли вместе одной петлей. Так вяжем весь ряд. В конце ряда полустолбик с накидом в промежуток между столбиками, затем воздушная петля, накид. Последний раз провязываем пышный столбик. Провязываем теперь все петли вместе. Затем воздушная петля и столбик с одним накидом в последнюю петлю предыдущего ряда. Теперь ряд провязан. Переворачиваем работу. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Затем накид на крючок.
И вот сюда, в вершину пышного столбика, провязываем 2 столбика с одним накидом. Один и в ту же самую точку второй. Далее у нас будет повторяться раппорт. Делаем накид, крючок вдеваем вот сюда, в вершину двух пышных столбиков. Вытаскиваем петлю и провязываем в эту точку 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. И дальше повторяется узор. Все время провязываем по 4 столбика с одним накидом в вершину пышных столбиков. Раз, два, три и 4. Так вяжем до конца. Вот уже конец ряда. И здесь провязываем в вершину пышного столбика последнего 2 столбика с одним накидом. Один и второй. И затем еще один столбик с накидом под воздушную цепочку. Вот ряд провязан. В дальнейшем повторяем вязание второго и третьего рядов. И вот что получается. Узор почти одинаково смотрится с разных сторон и выглядит довольно фантастично. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!